Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. 24-й день, и я забираю сундук. Так, монетки, баночки, руны. И все. Мало, ну что, сегодняшняя серия посвящается тому, что мы проходим с тобой угрозу Бух и Бах полностью, надеюсь. Так, ну сначала, наверное, нужно все-таки собрать, да? Древесину, в общем, все, что они мне притащили. Так, Беззубик, давай-ка, наверное, воздух. Ну, естественно, я уже понимаю, что он мне принесет 40 миллионов рыбы. Грэм Гильда. О, сейчас посмотрим, что нам выпадет. Так, друзья мои, я ставки делаю на шестеренку. И... Ну, естественно, ребят, ну... Зачем мне руны? На, получи шестеренки, которые мне даром не нужны. Так, Громгильда. Ну что, лети тогда дальше. Ух ты. Сноглток. Подожди, давай мы не будем сейчас пока... Нет, будем. Будем мы его отправлять. 350 рун, друзья мои, я отдал. Так, ну а здесь, естественно, нам выпадет янтарь. Как обычно, все самое простенькое дают. Ну что, отправляем его дальше. Пускай летит. Так, Барсик, обучить цыпу. И сарделька у нас. Так, яйцо. Яйцо дракона. Свидание. Да... 350 рун мне бы очень сильно пригодились бы. Так, лети за древесиной. Древоруб тоже за древесиной. Так, спасибо. Продолжаем его отправлять за железом. Кто у нас еще тут? Ага, посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, возьму вот это вот мясо. Остальное пропустим. Дальше. Нигаркой. Лети. Смотрим, смотрим дальше, кто у нас тут. А тут чисто рыба. Это меня не устраивает. Тут тоже рыба. Получается, что все, да? Остается нам только лишь пробежаться по нашим... Подожди. Подожди. Модификрылка, где она там у нас? Вот. Пускай идет прокачиваться. Я хочу, чтобы она уже начала добывать нам железо. Но нужно прокачать до 80 уровня. Зеленая смерть, как всегда, ничего нормального нам не принесла. Сломанный какой-то меч. Ну а ты? Какой-то, я не знаю, жетон, монета. Неясно. Пускай рыскает. Ну что, вроде бы как всех отправил. Блин, надо бы на прокачку, конечно, поставить. Слушай, а у нас же есть этот малыш. Где он там? Я про него все время забываю. Так, секундочку, где он? Вот он. Иди, обучайся. Сидит здесь, прохлаждается мне. Вот этого, кстати, можем с тобой тоже отправить. Стоп. Помнишь, мы хотели с тобой сделать следующим образом. Достать тех драконов, которые нам нужны, и прокачивать их. Но для этого нужно вспомнить, какие именно. Так, заберем здесь пак. Шторморез, душитель. И все. Шторморез и душитель. Вот смотри. Например, у нас может быть Грумль-защитник. Прокачаться, причем неплохо. Дальше давай посмотрим, кто у нас. Кошмарный пристеголов. Улучшить. Ему нужен 51 уровень. А где он вообще у меня находится? Так, острокрылый змеевик. Короче, пристеголов и змеевик.
Присяглув, по-моему, где-то вот здесь у меня должен находиться. Ну, наверное, нет все-таки, да? Наверное, я его убрал. Так, где у меня ангар? Твою налево, я забыл. А, ангар у нас здесь. Давай посмотрим. Громорок. Кстати, Громорок тоже, по-моему, хочет прокачаться. Вот, кстати, принцесса огнеедов. Давай-ка мы ее разместим. И я тоже, ребята, буду ее прокачивать. Почему? Потому что она очень хорошо тоже добывает железо. Так что я думаю, что есть смысл тоже ее прокачивать. Так, ладно. Давай дальше посмотрим, кто у нас там еще из прокачанных пригодится. Нюхохваты, это все не тот, тройной удар. Так, вот это же острокрылый змеевик, да? Пускай летит, обучается. Так, тут цыпа. Сладкоед. Это у нас стальной капкан. Стальной капкан. Лаварык. Ага. Так, академка уже забита. Опачки, а что это они у меня одинакового 4 уровня? Наверное, одного нужно отпустить, я так понимаю. Они же один в один, да? Они оба защитники. Так, отпускаем одного. Все, смотрим дальше. Блин, драконов очень, ребята, много. Так, стоп. Отпускаем. 24 миллиона, ничего себе. А это кто у нас? Злобный змеевик. А там был острокрылый змеевик, да? Ну, предположим, я его вот сюда вот поставлю. Покормить. Все. С дракончиками пока разобрались. Теперь давай откроем с тобой пак. Бесплатный. Ну и сразу рекламный с тобой возьмем, да? Шторморез, душитель. Так, кто это у нас там? Размягчитель. Сколько их у меня? Я их отпускаю постоянно. Лети. Ты нам не нужен здесь. Ну что, друзья мои, пойдемте быстренько с вами допройдем это событие. Надеюсь, быстренько у нас получится. На кону 50 рун. Некоторые способности позволяют драконам исцелять себя и своих соратников, чем у нас и занимается шторморез. Так, один громобой здесь. Три волны. Поехали. Так, что он там затевает? Просто укусик. Понизили броню. Звезданули и барсик добивает. Так, вторая волна. С костолома начну. Подожди. Вот так. С пониженной броней быстрее разберем. Ага. Еще и усилил атаку. Здесь мы с тобой захиляемся. Да хорош буянить, эй. Ну-ка, барсик. А ты добьешь? Добьешь. И последняя волна здесь у нас. Ну что, начнем, наверное, вот с этого. С пристиголового. Он же у нас с фаерболами, насколько я помню, да? Промахнулся. Лузер. Ну что, сейчас я сделаю походику. И, наверное, мы добьем с тобой пристиголового. И теперь возьмемся за штормореза. Он уже здесь ничего не сделает, потому что энергии нет у него. Так что добиваем.
Ну вот, первая победа за нами. Крутим колесико и забираем с тобой древесину. Древесину и 50 рун. И, кстати, у нас с тобой мини-босс впереди. Да-да-да. Так, мини-босс. Подожди, а у нас энергии-то хватает? Что-то я не могу понять. Две остается. Слушай, по-моему, у нас не накопилось полностью энергии-то. Так, тут три волны и сразу же начинается с двух. То есть мы видим здесь шепот смерти и парящий прихвостень. Вдвоем они здесь, да, хотят. Блин, успеем ли мы его разобрать? Мне кажется, нет. А хотелось бы. Ну-ка, Барсик, молодец, красавчик. Так, ну что, парящий прихвостень. Его нужно ушатывать как можно быстрее, потому что иначе на следующем ходу он даст нам жару. Шикарно. Так, это змеевик и громобой. Наверное, со змеевика начнем, да? Хильнемся заодно. Так, укус. Сейчас они вдвоем сходят. Что он делает, а? Какая у него суператака? Я вижу, что он только фаербол раскидывает. Беспонтовые свои. Блин, а этот громобой еще и страж у нас. Не так легко его будет разобрать. Понижаем тогда ему защиту. Что будет делать? Стандартный свой удар. Блокировка способностей называется. Ах ты, жук ты навозный. Так, и последняя волна. Кто у нас тут мини-босс? Ага, я вижу. А, не оба, ребята, не оба тут мини. Мини-мини, да? Окей. Разберем вначале душителя. С этим уже чуть попозже. А этот будет понижать броню. А, гипноз у него. Так, добивку. Ну что, кривоклык? Укусил, да, все-таки? Ладно. Как мы его слабо бомбим-то, а? Давай понизим броню. Укус. Да, в принципе, все. Следующий наш заход, он, друзья мои, дуплится. Смотри, раз. И два. Довольно легенький мини-боссик здесь был. Давай заберем награду и продолжать будем. Опять рыба, что ли? Опять рыба. Так, ну что, здесь у нас проходящий. Да, друзья мои, придется мне все-таки докупать одну энергию, потому что, ну, не хватает. А здесь у нас проходящий бой. Потом мини-боссик, и после него сразу босс. Три волны. Ага, шепот смерти плюс кревет. Ну что, давай нахлобучивать. Раз. Два. Блин. Не вышло. А он сейчас, по-моему, на трех энергиях будет делать. А, этот потратил, да? Все. Тогда живем. Ну что, добьешь ты его? Какой ты там добьешь? А, у тебя пониженная атака была, оказывается. Вот что. Смотри, что творит. Ага. Час от часу не легче. Ну что, я думаю, наверное, здесь надо будет. Эй, хорош. Твою налево. Ну давай так сделаем, наверное. Плюс сразу же хиляемся. Энергии нет. Укус. Так, что этот будет делать? Понижать? Нет? Нет, он просто ударил. Ох, ёк. Ты сейчас серьезно? Дело дрянь, друзья мои, дело дрянь. Фига он влупил, конечно, молодец. Добили. Успели все-таки, да? Но у нас еще последняя волна будет. А вот как здесь быть? Добиваем. Блин, я боюсь сейчас здесь
потеряем мы с тобой Кривоклыка. Блин, так не хотелось бы, а? Так не хотелось бы. Но вот этот гаденыш постарается. Слушай, смотри, он не туда бьет. Ать! Вот и все. Ну что, друзья мои, вся надежда на наших дракончиков. Поехали. Хорошо, что это слабенько бьет. А этот вообще промахнулся. Блин, а вот это вот не надо. Вот эту вот свою усиленную атаку, пожалуйста, убери куда подальше. А все равно нам не сбежать. Сейчас будет удар. Слушай, он промахивается. С чего такая доброта? Это, наверное, дух Кривоклыка нам помогает. Защищает, так сказать, наших драконов, да? Ну все, мы прошли здесь. Очень отлично. Сейчас заберем наградки и продолжим. Опять рыба, что ли? Лучше бы уж древесину давали на такой уж расклад. Так, 150 рун в копилку забираем. И переходим к мини-боссику. Давай, 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 вперед. Некогда тут рассусоливать. Смотрим, что у нас тут за мини-боссик будет поджидать нас. Так, душитель, громобой. Громобой, защитник. Начнем, наверное, с душителя. Хотя вот это тоже партизан, еще тот вреднюка. Поверь мне. Сейчас он тут... Он фаерболы, по-моему, да, пускает? Укус. Давай, наверное, вот так сделаю. Зря я, наверное, так сделал. Ой, зря. Сейчас разберут, да? Разберут Барсика, ты прикинь? Я еще даже... Вот зачем надо было вот это вот делать? Ерунду, которую я начал, а? И это сейчас еще мини-босс у нас здесь. А нас уже в меньшинстве. О, друзья. Что-то, по-моему, тут... Паршивенько дела-то у нас будут идти. Так, надо бы успеть хильнуться с тобой. А мы успеем, да, как раз? Отлично. Вторая волна. Ёк-макарёк, вы сейчас серьезно? Два чувачка, которые любят с разбега глушить. Причем очень зверски. Блин, ну переигрывать я тоже не хочу. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, мог бы, конечно, ушатать. Это сейчас будет глушить. А вот кого? Твою налево. Ну, этот, конечно, подходим. Не откажется от... Смотри-ка, отказался. О, щит. Какого фикуса ты делаешь, блин? Я не понял, он что, ему достаточно 3 энергии, чтобы... Ну, получается так. Это я, по-моему, зря сделал вот это вот все. Ой, зря. Так, промахивается. Как мы будем с тобой с громобоем... Я ума не приложу. Ой, с громобоем, с мини-боссом. Он сейчас опять будет глушить. Нет, не стал делать почему-то. Блин, ну нам нужно хиляться. Я сделаю вот так, наверное. Этим добьем. Что вот он сейчас будет делать? Пипец, короче, да? Ребята, я покупаю. Мне просто выбора нету. У меня просто не было выбора. Мне пришлось покупать грушу за руны. Иначе бы нас тут уничтожили. Здесь тоже не легче. Посмотри, 3 мини-босса. 3 мини-босса. Плюс водорез, душитель. О-о-о, об этом я и говорю. Пониженная броня. Вот что ты будешь делать?
Большие траты у нас тут с тобой, короче, намечаются. Да, а всего лишь нету Барсика, ребята. Ох ты. Да ну, не может быть. Фью. Ты смотри, как они тут делают, а. Нам бы хотя бы одного уничтожить. Нам бы хотя бы одного уничтожить, да? Давай так сделаем. Траты колоссальные. Поехали. Что ты будешь делать? Вот это жесть. Вот это, друзья мои, называется жесть. И как мы теперь тут? А никак. Единственное, что мне спасет, это вот так вот. И все. Другого варианта нету. Ты прикинь, я на мини-боссах сфейлился. Блин. Да. Вот она. Цена, ребята, Барсика. Да как он так делает-то, а? Ну ты посмотри. Смотри, что вытворяет. Он просто с одного дыхания, ребята, уничтожает почти все хп мое. Если он еще сейчас такую штуку сделает, а он сделает ее, да? На трех энергиях. Блин, сейчас если добьет, все, это крышка, ребят. Твою налево. Твою налево, блин. Я надеялся, что он все-таки не добьет, а он добил. Ты прикинь, вот это, ребята, мы протратились. Я столько рун влил. И все зазря. Столько потратил, извини меня, приливов сил. Столько потратил этих. У меня осталось 339 рун. Это если нам с тобой семьдесят девять остается. Трэш. Это, ребята, трэш. Я не знаю, как мы сейчас будем тут с вами, но надо пытаться. Это вот виной вся тому, ребята, была, что я начал переключаться. Мне надо было этого добить, а я начал тут понижать, там понижать. Короче, вот из-за этого все и получилось. Все наперекосяк пошло. Так что давай уж, если мы взяли бить одного, так будем добивать, а не прыгать с места на место. Массовая, да? Массовая. Теперь от меня здесь ничего не зависит. Они сейчас сами будут здесь все разруливать. И это плохо. Неужели Барсику опять кранты пришли? Смотри-ка, Барсик сделал отхил. Пум-пум-пум. Ну и что ты прикажешь мне здесь сделать? Что ты мне прикажешь здесь сделать? Ну давай, например, я сделаю вот так. Здесь вот так. Нам просто нужно выживать. Да, конечно, не ожидал я такого расклада. Столько рун слил в том поединке, да? И все зазря. Абсолютно все зазря получилось. Этот сейчас будет свои суператаки влеплять. Хотя нет, ничего он не будет. А, здесь тоже орлы стоят. Поехали. Нет, наверное, нам... Наверное, вот так все-таки лучше сделать. Раз, два, три. Сейчас они втроем сходят. Потом мы с тобой попробуем отхиляться. Одного из них мы ушатаем. Блин, вот они начинают как атаковать одного, и все. Короче, этот полюбасику отдуплится от нашей хилочки, да?
Ну, этот-то сейчас будет делать разбег. Почему он не стал делать, я не знаю, ребят. Даже не спрашивайте. Он должен был сделать его. Поехали. Раз. Так, захиляемся. Добьешь? Е. Нормуль. Так, ну что, теперь можно немножко расслабиться. До мини-босика. Понижаем. Укус. Последний удар. А, он делает защиту. Ну, нам даже лучше так. Ну что, пробьешь? Пробьешь. Так, у нас как раз с тобой полностью шкала заполнена, да? Поехали. Начнем с душителя. Хотя не забывай, что этот у нас фыркает-то. Будь здоров. Ай-яй-яй-яй-яй, ну опять Барсик начинает. Так, хорошо, одного мы сейчас с тобой увалим. Этот на трех энергиях, да? Промахнулся, шикарно. Поехали. Водореза будем с тобой мучить. Так, хиляться, наверное, нам надо, да? Да, хильнемся. Ну, видишь, как шпарит своим фаерболом. Люто, слишком люто. Молодец, Барсик, добил. Так, а тут? Тут понизим ему броню. Все, наверное, ему кранты. И последний. Да, ребята, справились. Но впереди еще босс, а у нас всего лишь один прилив сил. Ну-ка, посмотрим. Дали бы хоть плод мудрости-то, ё-моё. За мои, так сказать, расходы. Нет, зачем? Ну что, решающий поединок. Решающий поединок. Кто у нас тут? Две волны. Воу, еще и мини-босики. Еще и мини-босики тут стоят. Я думаю, начать надо вот с этого. Что-то он как-то не нравится мне. Тем более с фаерболами. Громобой, отвали. Укус. Так, а что этот будет делать? Тоже, блин, фаерболы, а? Так, нам нужно с тобой будет хил. Обязательно сейчас применим, если выживем. Должны выжить. Не надо никаких фаерболов своих. Так, хорошо, это годится. Удар. Теперь залечиваем раны. Чуть-чуть залечили. Сейчас будет больно кому-то. Промахнулся, ты прикинь. Он своей суператакой, ребята, промахнулся. И это дает нам, как бы, небольшой шанс выкрутиться из этой тупиковой ситуации. Так, ну что? Громобой один остался. Мы можем на него, в принципе, повесить слепоту, но не будем пока. Запинаем его так, своими силами. Еще даже успеем хильнуться, кстати. Подожди. Ну да, давай лучше хильнемся тогда. И добьем. И кто же у нас тут? Друзья мои, водорез. Водорез — это мини-босс. Плюс куча креветов, как ты видишь. Что он будет делать? Понял. В общем, наша цель — уничтожить в первую очередь креветов. Опа-на. А так он себе повысил. Вот это меня не устраивает. Твои вот эти вот... Твою дивизию, а. Может быть, нам взять эту? Ёк-макарёк, ты серьезно? Это не есть гуд, друзья мои. Так, красный фиол. Кто у нас тут?
Блин, я даже не знаю. Давай так сделаем. Пускай он за нас поработает чуть-чуть. О, трындец. Так, будем пробовать, ребята, его разбирать общими, так сказать, усилиями. Давай, бомби. Так, а теперь надо его, ребята, разбирать. Блин, он же что делает? Он сделает удар. Давай-ка вот так вот. Все, у нас немножко времени есть для того, чтобы его разобрать. Да ты запарил, а? Твою налево. Так, почти, почти, ребята, остается. Блин. Я боюсь, что он сейчас, он ушатает. Вся надежда на тебя, бро. Он же сейчас будет. А, нет, он отхилиться не сможет. У него энергии недостаточно. Тогда все, победа. В плане, блин. Тихо, 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 не буянь, парень. Я в шоке. Я в шоке, ребята. Да, давненько я так не нервничал. Ну давай посмотрим, что нам дадут. Древесину, понятно. 468 миллионов дерева. Ну и забираем свой пак. Ради этого пака я слил почти 1000 рун. Я в шоке. Вы делаете невероятно важные для бойцов вещи. Вы сполна заслуживаете и свое место здесь, и эту награду. Содержит героических шторморез, шипорез, кревет, парящий прихвостень, громорук отпрыск, водорез, кривоклык. О, барс и вепрь. Кревет Дагура. И, друзья мои, чемпион Хлысторез, которого я могу, кстати, пойти и прокачать до 12 уровня, кстати. Так, забираем с тобой блестящий янтарь. А можно? Можно. Ух ты. Как у нас много-то всего. Забираем здесь награды. Тусклый янтарь. Так, склянки со светлячками. Ну, смотри, почти каждую серию, ребята, по соточке мы с вами получаем этих склянок. Это круто. Это круто. Так, а у нас здесь ничего нету? Кроме рыбы, больше здесь ничего нет. Подожди-ка секунду. На Твиттер. Так, и для обмена, ну, закрыл, понятно. Что я еще хотел? А, я же хотел зайти сюда, ребята, и прокачать. Вот он, Хлысторез, улучшить. 12 разряд он получает. Вот так вот, ребята. Вот если бы он был бы 13-м, а лучше 14-м, а лучше 15-м, мы бы, наверное, поменяли бы его вместо барса и вепря. Скорее всего. Так, я, конечно, хотел бы еще, ребят, сходить на арену, но просто элементарно времени нет. Все сделали. Тут у нас прокачка. Нам нужно будет с тобой в ближайшее время, как я уже говорил, пойти на поиски нужных нам вещей для того, чтобы получить вот этого, по-моему, да, в первую очередь получаем же мы. Да, смутьяна. Для того, чтобы получить мутьяна, нам нужно вот эти вот вещи искать. Топорики, топорики. В общем, все вот это. Стой, что там было? Начать. А, перейти к кораблю Йохан. Вот это вот все надо покупать. 160 рун. Или добывать в приключениях. И, естественно, тратиться на мешки. Чтобы он приносил тебе не одну награду, а сразу 4 или 3. Но будем над этим работать. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.